Какой же ебаный андроид, бля, я не знаю, как им пользоваться, пиздец. Это же сложно, блядь, там стоп кнопок по бокам. Как мне прибавить на всю, блядь? Что прибавить? Громкость, блядь. Пиздец, ненавижу создателя андроида, надеюсь, он сдохнет, блядь, когда-нибудь. Ненавижу андроид, блядь. Да, ну. Какой же он сложный, ебаный, я в рот его ебал, блядь. Надеюсь, блядь, я его жену выебу, и мать, блядь, и дочь, блядь. Подожди, так iOS, это просто говно ебаное. Блять, не знаю, чувак, тут кнопки просто кого-то мартышка какая-то придумала, рандомно кликая, блять, по своему телефону ебучему. Пиздец, блять, ненавижу ее. Ну ты не привык просто. Не привык, потому что здесь, блять, 100 кнопок на боках, блять, вообще ничего не понятно. Нет, ты не происходит. Привык, потому что ты его не юзал никогда в жизни, только сейчас заюзал. Первый раз. Пиздец. Андроид хуйня, если честно. Но, к сожалению... Я купил Android, чуваки. iOS для хуесосов просто полнейший, блядь. Android для хуесосов полнейший. Для чмарей, для лошков, для хуесосов, для бомжей. Для самых кончных людей. Блядь, забей, чувак. Забей. Пошел нахуй, для полных даунов, короче, iOS. Пиздец, все, закрыт вопрос. Для даунов. Я считаю, что Android для даунов просто кончился. Он не имеет смысла абсолютно. Типа... Для сверх людей Android, а iOS для даунов. То есть я перепутал. Не знаю, чувак, там, блядь, все непонятно, чувак, блядь. Тебе говно скормили год назад, ты купишь это же говно в этом году. Чувак, ты купил Android. Ну еще, он удобный. Он удобный для тех, кто любит говно поедать через рот. Чувак, iOS для тех, кто любит в сраку долбиться целыми днями, блядь. Я люблю. Ну, просто, скажем так, человек, который его разработал, он, ну, скажем так, мы его не осуждаем. Но, тем не менее, Android хуйня. Да нет же, почему? Чувак, я сейчас с Android стримлю. Чувак, твой довод заключается в том, что ты не нашел кнопку, которая, блядь, чувак, изначально, только... типа... Чувак, почему ты агрессия? У меня есть Android и iPhone. Ты блядь. Это ты говоришь, что у меня есть Android и iPhone, блядь. У тебя только Android. У меня был iPhone, я его продал, просто я у меня продал есть и то, и другое. Был счастлив, блядь. Чувак, у меня есть и то, и другое. Я могу сказать, что Android хуйня. Блядь, чувак. Ты юзаешь iPhone, потому что он стоит 100 тысяч. Если бы вот это причем здесь 100 тысяч, это? Я могу юзать все, что угодно, если бы это похуй. Говно стоило 100 тысяч, ты бы юзал это говно, не то говно. Ну, хуй знает, блядь. Я тебя просто уверяю, блядь. Я вообще ты поебать, что юзать. Что дорого стоит. Я вообще поебать, что юзать, чувак. Нет. Нет. Чувак, мне супер похуй, что юзать. Чувак, ты бы носил часы какие-нибудь Garmin, блядь, или еще какое-нибудь говно. Если бы тебе не похуй на бренд было. Хуй знает. Мне 100%. Кажется, ты хуйню полный несешь. Нет, ты хуйню несешь, то что iPhone тормозит, ты на нем не можешь стримить, ты на нем можешь только в Тиндере сидеть и ВКонтакте. По сути, у него две функции. Тиндер, ВКонтакт, ну Apple Music. А какие функции у, блядь, Android? Ну, можно стримить. Ну, но блядь. Ты бы вот без этого не стримил сейчас. Чё бы ты делал? Блядь. Ну чё бы ты я делал? Бы купил сидел с одним FPS, я бы купил Android для того, чтобы, блядь, стримить. Стены, нахуй, полу, чувак, блядь, у меня блядь. Телефон для того, чтобы жить, iPhone. А, только для того, чтобы стримить Android, ёбаный. Ну так, понимаешь, можно и жить с ним. И стримить. Чувак, нельзя, он уёбищный для того, чтобы жить. Ты носишь два говна. Чувак, он уёбищный для того, чтобы жить. Когда можно носить одно говно. Он уёбищный. Он ничем не отличается. Он отличается в плане уёбищности. Там всё то же самое, чувак, абсолютно. Единственный минус, то, что часы не сопрягаются. Чувак, это большой минус, и наушники не сопрягаются, и часы не сопрягаются. Наушники сопрягаются. Ну, они уёбищно как-то сопрягаются, хуёво, блядь. Нормально сопрягаются. Блядь, можно купить любой iPhone абсолютно, типа. И что ты будешь с ним делать? В жопу себе его засунешь и будешь кончить от этого? От того, что он больше стал? Или от чего, блядь? Я не можно понимаю. Купить любой iPhone, любой шестой, например, даже iPhone, пятый, блядь. Ну, что, значит? И он будет лучше, чем Android. Android нет. Нужен. А чем он будет лучше, чем Android? Стримить. Чем? Он будет лучше по удобству. Чем? Удобству. В чем удобство? Удобство в том, что Apple, блядь, Store гораздо более удобный, чем Android. А что ты качаешь из Apple Store, кроме Tinder, ВКонтакта и Instagram? Я не качаю Tinder уже, по этому поводу, блядь, сгоняться нахуй. Не, я просто говорю, что ты юзаешь, блядь, дефолтное. Ну, юзал, допустим. Да хуя тебе Apple Store, если ты оттуда ничего не качаешь? Я качаю дохуя приложения разнообразные. Какие, блядь? Назови хоть одно. Я сейчас достану, блядь, и... Ну, давай.
прочитаю различные приложения, очень пизда. Не, окей, назови приложения, которые ты используешь, они просто, они у тебя есть. Они просто айфоном гораздо более удобно пользоваться, чем андроидом. Ну почему? Ну ты скажи почему. Потому ты что... должен обосновать. Нет. Ты говоришь просто, да, это охуенно, я этим пользуюсь, это охуенно. Гораздо более удобно пользоваться айфоном, чем андроидом. Почему? Просто на тактильных ощущениях, блядь. Каких, блядь, ощущениях тактильных, если их нет, когда ты нажимаешь на иконку, блядь, ничего не меняется. Что тут нажимаешь, что там. Блядь, чувак, все началось с того, что андроид хуйня, потому что кнопку, блядь, возможно... Блядь, чувак, эта кнопка удобнее, чем вот эта кнопка, знаешь почему? Нет, нихуя не удобнее, блядь. Знаешь почему? Потому что здесь три режима, а не два. Потому что два режима удобнее, чем три режима, смотри, блядь. Смотри, вибрация, беззвучное говно и звучное говно. Чувак, три варианта. Не нужна, не нужно беззвучное говно абсолютно, нужна вибрация и звучное говно. А если вообще он не нужен? В смысле, блядь, каким долбоебом надо быть, чтобы тебе не нужна была вибрация? Тебе не надо, вот зомби-апокалипсис, короче, и тебе да, не нужно, блядь, не шорка. Зомби-апокалипсис. Ну, любую хуйню, я не знаю, это похуй, что угодно. Да, чувак, беззвучный режим не нужен, только дегенерат ебучий будет его использовать, блядь. Блядь, ну, я его на самом деле не использую, но да если нахуй я нужен, захочу его использовать, я его буду использовать. Хуй знает, блядь, он нахуй не нужен абсолютно, блядь. Это просто лишняя кнопка конченая, совершенно ненужная весьма, блядь. Это не кнопка, блядь, чувак, ты вообще в курсе, что это, блядь, ебаный ползунок? Чувак, ты знаешь, что Android Market — это просто помойка ебаная, в которую китайское дерьмо всякое скидывается с переводом бомжихи, блядь. Ты в курсе, что Android Market используют, чтобы скачать три приложения на него или четыре? Все. Я могу, кстати, качать... Без Android Market я могу качать просто, блядь, любую хуйню, просто через браузер. Mm-hmm. Я могу загуглить и скачать. Ну, это будет бесплатное приложение пиратское. Почему? Оно может быть платное, да? Ну, блядь, хуй его знает. На айфоне все приложения довольно, блядь, пиздато отобраны, и можно их качать, блядь, ой, блядь, без чувак, всяких тебе проблем. Тебе это на самом деле волнует, серьезно? Мне это не то, чтобы волнует, тебе но хотя ебёт, бы... Тебе это ебёт, ты прям спишь такой ночью, ебать, как пиздато, что ну, тут такие приложения охуенные. Блядь, это просто удобно. Причем здесь спишь? Ещё и похуй, тут тоже нормально все. Причем здесь спишь, а какая разница? Просто удобно. Не, погоди, тебя же это ебёт, типа, то, что такие приложения здесь, а здесь хуёвые. Нет, ну на андроиде слишком хуёвые приложения. А какая разница? Ну, согласись. Нет, согласись, что разницы никакой. В смысле нет какой, блядь? Там ноль разницы. На андроиде слишком ебаные приложения, просто приложение говна и жопы. Смотри, что ты качаешь, скажи? Да любое приложение, которое ты качаешь. ВКонтакт, Тиндер. Ладно, сейчас нет Тиндер. Телеграм. Ну и что? Ну, дефолтное говно, правильно? Блять, ну я не знаю. Любые вот приложения. Чем отличаются приложения вот здесь от тех, что вот здесь? Ну, блять. Нихуя ничем, правильно? И они ничем не отличаются. Слушай, они уебищнее выглядят, уебищнее функционируют и уебищнее умеют управлять. То же самое. Разве нет? Не, не то же самое. Не согласен. Давай запустим разные приложения, одинаковые. Не знаю. Не, ну может быть, кстати, они чем-то отличаются. Они отличаются. Это не отличается, понимаешь, работа точно такая же. Ну, блядь, если блядь, финальная работа какая-то точно такая же. Я точно какая могу финальная сказать. Работа, блядь, ты открываешь, у меня хуйню, есть, чувак, у меня есть и Android, и iPhone. Я хочу сказать, что iPhone работает лучше, но кроме стримов. Блядь, согласен. Чувак, я согласился бы с тобой 2 года назад. Но сейчас я считаю, что это одна хуйственно. Это не критично. Даже если здесь чем-то отличается, это, блядь, не критично. Это выглядит так же практически, работает так же. Быстродействие такое же, блядь. Разница ноль. Но, типа, здесь есть Face ID. Все. Face ID довольно удобная хуйня. Ну и нахуй она нужна, чувак, я могу смотреть. Она очень удобная. Блядь, сейчас. Зачем? Зачем спорить, если... Не, я хочу просто показать... В чем прикол? Смотри, Face ID. У тебя есть Face ID, вот это ебаная. Я могу вот так сделать. У меня включился телефон. Ну. Я делаю так, это даже, чувак, это даже по ощущениям уебищно выглядит. Каким ощущением похуй на них? Слушай, тебе похуй на ощущения. И, чувак, изначально это прикольно, я согласен. Но потом тебе похуй. И ты сам это прекрасно знаешь. Ты просто пытаешься это говно ебучее. Как-то оправдать свои 100 тысяч, которые ты потратил на эту хуйню. Чувак, по сути, я это... не знаю, почему ты горишь от 100 тысяч я не все это время. Чувак, ты просто горишь постоянно, чувак, от 100 тысяч. Я не знаю, зачем ты вообще об этом думаешь. Чувак, я могу, блядь, купить такую же хуйню и продам ее сразу. Потому что мне, ну, мне неудобно будет этим пользоваться. Я супер легко могу тоже разблокировать. Да, давай. Все, разблокировал. Ну, блядь, я быстрее это сделал.
Ну, у меня за секунду разблокировался экран тоже. Ну, тут, блядь, за миллисекунду разблокировался. Все разблокировалось. Чувак, я не хочу, типа, я не хочу спорить с тем, что он хуже, допустим, да, чем Android. Он хуже в том, что у него, ну, типа, железо не адаптировано под стримы. Он очень хуёвый. Он греется, ну, в этом плане. А в целом, для простого обывателя это однохуйственно. Что это говно, что это говно, это одинаково. Но мы не просто смотрим... это для, ну, типа, для понта, скажем так. Это просто для использования. Разницы никакой. Ты точно так же будешь, как на этом говне, писать сообщение, там, блядь, кому-то, да? Там, я не знаю, выкладывать фотки в Инстаграм. То же самое здесь. Да, может быть, камера здесь получше. Да, но писать, выкладывать сообщение уебищнее, чем на Android. Не, вот здесь я вообще не согласен. На айфоне. Чувак, на айфоне худший Т9 на земле. Это самое тупое говно, которое я когда-либо видел. Я тебе клянусь, чувак, я только, я, знаешь, почему продал? А мне пиздец не нравится. Знаешь, я хочу продать 5T, потому что он говно ебаное. Я продал свой iPhone 8 Plus, который я купил за 70 тысяч, блядь. Да. Потому что он конченый, там невозможно печатать на нем. Он не запоминает слова, он ничего чуваки, не помнит. Чуваки, мне не платит iPhone. Если бы мне платил iPhone, я бы, бля, ездил на Камару нахуй прямо сейчас. Но хочу сказать, что я бы с удовольствием продал нахуй 5T. Это флагман. Какой-то охуевший Android. Нет, флагман 6. Ну, 6, блядь, неважно, абсолютно. Он супер. Это 6T? Мега, супер. Не, 6T, наверное. Уже 6T, наверное, который вышел. Я бы с удовольствием продал его нахуй, если бы мой iPhone мог стримить так же, как вот этот. Но вот он не может, к сожалению, твой iPhone говно, блядь.